Всем привет, привет. О, мы вышли в поле. Развеяться буквально ненадолго. У нас просто опять началась зима. Ой, на всю неделю у нас минус стоит. Земля местами подмерзла. В общем, как-то это. А было несколько тепленьких дней. И у нас здесь вот чуть-чуть травы выросло. И я думаю, дай-ка с козами дорогу перейдем немножко. Козу порадовать, пусть пощиплет, погуляет. Ой, тоже коза устала, бедная, от сена. Ну, на самом деле, все в раздрае, что я их на такое пространство выпустила. Собаки радуются, бегают, вон, играются без конца. Собирают всех клещей. Вот, а козы такие в небольшом шоке. Что? Ну, я вон тебе... Вывела тебя немножечко, тебе вон травы зеленые показать. Смотри, какие кочечки уже приличные выросли. Думала, погуляем чуть-чуть, пока у нас там снегом все это не засыпало. Просто трава уже поперла. И если у нас все-таки начнется через неделю или две тепло, сюда вот на поле, на эту сухую траву, очень много гадюк с леса вылезет. И мы сюда не будем ходить гулять ни с собаками, ни с козами. Ну, поэтому пусть так сейчас пройдутся. Вербы им поломаю. Да, может быть, все-таки они догадаются, что... О, Бонька догадалась. Молодец, Бонька. Ой, ты умная коза-то какая, господи. Ну вот, домик наш. Ох, Петечка там дотапливается тихонечко. Ну, мы сейчас просто слегонца погуляем немножечко. Совсем-совсем чуть-чуть. Вчера, позавчера... Такие дожди были холодные. Ой. Ни погоды, ничего, да, козы? Так что мы сейчас поймали безосадковый период и немножко пошляемся. Ну все, у нас опять зима. Здесь все заметает нас, заметает, заметает. Снежище повалил. Ой, на улице легкий, правда, минус. Но... Все схватилось, все, что на грядках, там лучки всякие, в общем, такое все замороженное стоит. Пасмурно, серо, солнца нету. Ленту смотришь у садоводочек, у девочек, у них там все уже цветет, всякие кучки крокусов, морозников, в общем, выставляют красоту. А у нас вот, вот так вот мы вечно с таким вот опозданием, да, Айзушкин? Айза тоже такая в шоке немножко, что-то такое. Почему опять включили зиму? Вот так вот жить на севере. Не можем ни первые ничем похвастаться, ни цветочками, ни какими-то земельными работами. Все у нас вот так вот, видите. Белым-бело. Белым-бело. Вот, весна, видимо, у всех ранее в этом году. Все спрашивают, когда начну высылать. Ну, некоторым выслала уже, конечно, но это было... случайно и экстренно. Ну и вообще по погоде бы у нас сейчас еще сантиметров 30-40 снега бы везде бы лежало, и ничего бы еще не оттаяло, как в прошлом году, например. Там некоторые грядки, по-моему, даже не оттаяли даже после майских праздников тоже. Ой, лопатка в лед втыкалась, потому что в прошлом году земля сильно промерзла. Ну вот так вот. Так что будем заниматься сейчас какими-то делами, не знаю. Ну, честно говоря, весной, конечно, даже и нам, северянам, хоть у нас солнце редкое, охота, чтобы утром встал, солнышко, и вдохновляет больше такой веселость на работу, что чувствую, что скоро лето, и хочется что-то поделать. А так, конечно, фу. Просто вот у нас сейчас конец ноября. Как будто бы вот вчера за клюквой ходили, а сегодня вот западало все снегом, и клюквы на болоте не видно. Вот один в один погода. Ой, Зонь, скажи, вот покажем, скажи, на минутку, да, чем мы заняты. Вот такая у нас весна замечательная. Ветер 15. Снег толщиной уже тоже, наверное, 15. Да, Изун? Скажи-ка, расскажи, как мы радуемся весне. Ой, как радуемся! И коза-то счастлива. В общем, и все мы. Да. То ли я сглазила, то ли просто мы так это... Нормально, на севере живем, чего жаловаться. Речка прям черная. Ну, вот с утра сегодня снегопад вообще как повалил. И он был такой густоты, что не видно было речку. Он просто стена снега белая стояла вот так вот перед глазами и все. Ну что, так у нас еще, наверное, 2-3 дня где-то будет.
Ладно, господи, чего жаловаться? Будем лежать, смотреть киношечку. Ой, топить печечку. Собачатам только не нравится. Айза такая, пойдем гулять, пойдем гулять. Че спишь, такая. На улицу вышла такая, на крыльце посидела 5 минут. Говорит, пошли домой, пошли домой. Ой. Да. Больше похоже на первые снега в ноябре. Как будто замело, и все, мы такие, о, дождали зиму. Все замело, прикрыло, чистенько, ровненько, беленько, красивенько. Ой, если бы, конечно, ветер насквозь не продувал, прям такой не очень приятный. Может быть, даже бы и прогулялись бы немножко. А так не. Ой, возьму собачат и... Ой, пойдем домой что-нибудь тепленькое кушать. Так, расскажи мне, что ты там делаешь? Ты прячешься от снега? Ой, буточку себе новую нашла. Пошли, Айзунь, пойдем, заберешься под кровать. Будем дремать. Айзушенька, пойдем. Эй, толстый, толстый, конопатый. Выходи давай из хаты. Пошли домой, Айзунчик. Да неохота, ветром продувает, страшное дело. Вон руки уже ледяные. Пойдем, куколка моя. Пойдем попробуем шерсть тебе почесать. Ну что, у нас все еще зима-зима. Ой, где у меня там Айзунчик, бедный Айзунчик. В общем, короче, зима-то зимой. Ну, сейчас чесала, у нас Линька активно проходит. Я так расчесочку не нашла, опять переискала все коробки, господи. Вот мозги женские. В общем, чешемся с Айзой, чешемся сейчас на улице, вычешиваемся. Она опять у меня селединой становится, дохлятиной. Все, ой, толстая собака, толстая. Ну, сейчас вы видите, без шерсти она вообще... Ой, без слез не взглянешь, как будто собаку не докармливают. Вечно такая в полуголодном обмороке. Тельце маленькое. Бимка даже, когда каши съест, кастрюльку, он такой-то толстенький животик у него. А это ничего не жрет, не заставить. Ну ладно, хорошо, хоть когда Бимка кашу не доедает, она все-таки это от жадности у него слизывает маленько. Думаю, ну ладно. Ой, нашли клеща. Вот так вот, видите, снега, блин, не знаю, сколько тут. В общем, все, собака 2 дня дома просидела. Вот сегодня вышла, буквально со двора никуда не выходили. Мы ни за водой, никуда. Ну, клещ сидит на шее. Откуда выполз из-под снега, господи. Ой, все, начинается наша прекрасная пора с гадюками и клещами. Так что, не знаю, сейчас, если у нас осадков никаких не предвидится, может быть, мы попробуем по снегу погулять с козой, чтобы она хоть это ветки сверху поела как-то, что ли. Ну, такая вот у нас весна. В общем, не можем мы никак в ней не раскачаться, ничего. Называется, уже в огороде успели чуть-чуть покопаться, и на тебе. Ой, ну, как-то так. Как-то так, так что такая грустная серия, как мы неделю опять вернулись в зиму, и все. Опять ждем весны. Опять у нас вот уже... Какой у нас сегодня? 20 или 21 или 22? Я, честно говоря, чисел не знаю. Ну, вот так вот. Вот так вот. Так что, если повезет и во вторник будет погода получше, все оттает там или как-то, может быть, без снегов, без дождей. Вот. Буду еще посылочки отправлять. А так, в общем... Ой, господи! Ну, все это еще маятно, потому что еще вот этот ветер 15 метров в секунду был, что там сям надо подремонтировать, там везде где-то снег позадувало, таким-то ветром и снегопад постоянный, в общем. Ой, так что мы не скучаем, просто со стороны это такая вот, несколько таких вот тягомотных дней, которые прям из колеи выбивают, потому что я очень тяжело переключаюсь на другую какую-то вот работу. Если я себе придумала, что грядки оттаяли, надо в грядках копаться, я иду в грядки, а потом стопор такой. Ну, как-то так. В общем, такое. Для городских жителей довольно однообразная, скучная у нас такая жизнь сейчас получилась. Так что, надеемся, следующая серия у нас повеселее немножко будет.